Приветствую вас. Я думаю, что очень уместно было бы сказать, что вы оба боитесь близости. Ну вообще, вот эмоциональной близости вы боитесь. Вот такое у меня впечатление сложилось. Что вы боитесь близости, что вы боитесь близости лично вы, что мужчина ваш тоже боится близости. Ну вот, потому что, что вы, значит, вы вроде бы его не отталкиваете, вроде бы, вы вроде бы его готовы принять, но на более таком глобальном уровне, на более глобальном уровне ситуация связана с тем, что вы выбираете себе такого мужчину в отношения, который вам не может дать того, что вы хотите. То есть вы выбираете такого мужчину, который, в общем-то, не готов быть в отношениях. И в этом вполне возможно проявляется ваш страх перед близкими, отношениями, перед серьезными, по-настоящему серьезными отношениями. Вот. Хотя понятно, что с этим можно поспорить, конечно же, понятно, что вы можете с этим поспорить и сказать, что нет. Но если нет, то задайте себе тогда вопрос, почему вы до сих пор с этим человеком находитесь, почему вы, условно говоря, ожидаете, ждете, что он изменится, очевидно, вы ждете, ожидаете, что он как-то по-другому себя будет вести, очевидно, вы ждете, ожидаете, что он поменяет свою позицию, поменяет свое мнение, поменяет свое решение, вы его ждете именно ключевой момент, что вы его ждете. А значит, вероятно, вы тоже боитесь в той или иной степени, боитесь отношений. Вот. Ну, таких отношений, я имею в виду, серьезно. Вот. И я вас сейчас не обвиняю, я не хочу, чтобы вы думали, что я обвиняю вас. Нет, у меня нет такой цели. Просто вы спрашиваете, как быть у нас. Я задаю вам вопрос. Как быть, чтобы что? Что вы хотите? Если с молодым человеком быть вместе, это одно. Если в себе разобраться, это другое. Понимаете? Поэтому ответьте себе на вопрос, чего вы хотите. Вы говорите, что у вас разрывается сердце, подразумевая, вероятно, тот факт, что вам больно. От чего вам больно?
Что вы чувствуете? Вам больно от того, что молодой человек не с вами? Вам больно от того, что ему плохо? А чего вам больно? Давайте постараемся. Я подчеркну. Постараемся разобраться с тем, почему вам больно. Именно постараемся разобраться и определить причины, по которым у вас разрывается сердце. Вот. Есть такая детская игра. Она называется «Ты приближаешься, я догоняю, я убегаю, ты догоняешь». Я догоняю, ты убегаешь. Так дети отыгрывают умение быть, в отношениях, скажем так. Просто умение быть в отношениях. Вот есть у меня такое чувство, есть у меня такое ощущение, что вы до сих пор играете в эту игру. Конечно, я в этом не уверен. Наверняка. Я не могу сказать, что я уверен. Не могу сказать, что вот я знаю, вот точно знаю, что это так. Нет. Я не могу сказать, что я знаю, что это так. Но практика, психологическая практика, она намекает. Она намекает на то, что это может быть правдой. И если это действительно правда, если это действительно правда, то именно за страхом близости и за страхом серьезных отношений вам нужно бороться, нужно работать в первую очередь. И со всем остальным во вторую. Вот как-то так. Какой-то такой ответ, получается, я могу вам дать, опираясь на то, что вы сказали. Да, у молодого человека вполне очевидно есть свои некие проблемы. Вот. У молодого человека есть свои некоторые проблемы, безусловно. Но вы эти проблемы его не решите, в принципе. Потому что это его проблемы, и он должен их решить сам. Но вы для него вполне вероятно что-то значите уже, и он не захочет, скорее всего, вас отпускать. Просто не захочет вас отпускать. Ему захочется, чтобы вы были с ним, чтобы не уходили. Вот. Несмотря на то, что как бы
вам эти отношения будут там вредить, к примеру. Вот. Несмотря на это, понимаете, какая история. Вот. Поэтому я думаю, примерно так можно ответить на ваш вопрос, да, чтобы вы не рассматривали какую-то вот, ну, какое-то его поведение, да, какую-то его позицию, чтобы вы не рассматривали как проявление симпатии к вам, вот, чтобы вы все-таки как-то вот более скептично воспринимали его отношения, которое является, ну, к сожалению, эгоистичным достаточно, вот. К сожалению. Такая вот история. Я понимаю, что вам, скорее всего, неприятно. Я отдаю себе в этом отчет. Но мне кажется, что лучше, если вы будете видеть ситуацию такой, какая она есть. И честно зададите себе вопрос, готовы ли вы поставить свою жизнь в зависимость от человека, который думает о себе и пытается решить свои проблемы. Другой вопрос, если вас тянет к человеку, вот другой вопрос, понимаете, если вас к человеку тянет, если вы испытываете тягу к человеку, это другой вопрос, в таком случае тут надо уже смотреть. Почему вы испытываете тягу к человеку, чем он вас притягивает, вот, какие вы к нему испытываете чувства, вот, это нужно исследовать, это можно исследовать, нужно исследовать, в этом направлении, в принципе, можно работать, вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что мой ответ был для вас полезным. Я надеюсь, что что-то, ну, интересное для себя, что-то новое для себя вы сможете извлечь. Вот, если не получается, если не получится справиться с проблемой самостоятельно, то мы вам поможем, мы проконсультируем вас и решим все, что у вас не получается самостоятельно. Не стесняйтесь
обращаться за помощью, если у вас такое желание будет. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация будет успешно разрешена, и вы найдете найдете тот баланс во взаимоотношениях с тобой, молодым человеком, которого сейчас нет.